посетили Давидыча в ВВС. Значит, нормально он, в бодром духе, в бодром здравии, но говорит, что, говорит, конечно, говорит, сейчас сидишь и осознаешь, что в водоворот, говорит, попал жесткий. К пище у него претензии, он говорит, я понимаю, что здесь не ресторан, но, говорит, но все равно, говорит, кормят очень, не очень. Вот. Потом очень он поблагодарил, что передали сигарет ему. Потому что сам он не курит, но, говорит, камера там радуется. Камера радуется, что сигареты есть. Так, что он еще сказал? Ну, он сказал, что будет ждать справедливости. И, говорит, самое, что, говорит, страшное, говорит, для меня, что, говорит, без руля тяжело просто, говорит, Атас. Вот, говорит, если бы, дословно вот говорю, я фиксировал тут, записывал. Он говорит, если бы ночью выпускали меня порулить хотя бы отсюда, говорит, вот это, и он, говорит, он так пока, говорит, все, это, говорит, было бы самое, говорит, больше всего, говорит, вообще просто без руля. Говорит, потому что без руля это ад. Ну, там, что родственникам он передал, я не буду говорить, это, ну, лично, я уже сообщил им.